Сегодня же на Нижегородской ярмарке открылся медицинский форум. Участие принимают 2000 специалистов из разных регионов России. На нем представлены самые передовые медицинские разработки. Это прибор мультимодальной оптической когерентной томографии. Он позволяет нам прижизненно, в реальном времени визуализировать ткани, поверхностные участки на глубину до 2 мм. Это нам нужно, чтобы изучить этот поверхностные участки кожи на поверхностные образования, такие как родинки или уже злокачественные образования, это меланомы или опухоли. Здесь используется поляризационный свет, инфракрасное излучение, которое рассеивается тканью, и по получению обратного сигнала мы можем смотреть различные структуры в поверхности ткани. Здесь мы видим структуру кожи, то есть мы видим все нормальные слои, это эпидермис, дерма, да, и следующие слои. Плюс данный прибор уже начали использовать в онкологии, то есть смотрят различные глиомы, это определение опухолевой границы. Медицинский форум, как всегда, состоит из конгрессной части и из выставочной части экспозиционной. Сегодня к нам приехало где-то порядка 50 регионов представителей. Мы ожидаем, что к концу третьего дня у нас будут зафиксированы более 2000 медицинских специалистов по 9 специальностям.